Защитники нашего Отечества, участники СВО, могут пройти расширенную диспансеризацию в областном центре. Такую возможность предоставляет областная клиническая больница. Там участникам специальной военной операции готовы предложить весь спектр медицинских услуг. Сейчас к открытию готовят новое отделение для их реабилитации. Отделение рассчитано на 25 коек с начала года. В стационаре пролечились 40 участников специальной военной операции, 36 членов их семей. Всех, кто поступает, приходит к нам, всех диспансеризирует областная больница. Для этого у нас есть все ресурсы, и достаточно много выявляется пациентов, которые жили, вот, не думали, что они, думали, что они здоровые, а у них появляются какие-то маркеры каких-то заболеваний, которые уже потом в дальнейшем проходят более углубленное обследование в областной больнице. То есть мы выявляем как первичное звено и тут же на себя забираем, чтобы провести диагностику и оказать специализированную помощь. Сейчас к открытию готовят новое отделение для реабилитации участников спецоперации.